Siemanko, witam wszystkich, ja nazywam się Misa, to jest Metro Last Light. Kontynuujemy od ostatniego momentu, w którym zakończyliśmy naszą przygodę w moskiewskim metrze. Czyli dotarliśmy po, bądź co bądź, dość zaciętej walce do stacji pod teatrem. I zobaczmy, co tu na nas czeka. Być może będziemy mieli okazję w końcu coś nabyć. Nasz szans przyjaźnić kulturę. Nad nami wielki teatr. Co z artystów żyw, wszyscy tu. Dają przedstawienie. Ze wszego metro narodu. Natomiast ja zawsze zwracałem uwagę właśnie na takie właśnie detale, jak tutaj, że przyjeżdżają ci ludzie. Tam ktoś siedzi. Patrzę, tu coś... Czuć, że to metro żyje po prostu. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция... Ну и добра. Мам, надеюсь, что будем могли что-то закупить. Их однак. О, там что-то спрята. Завше мне это очень понравилось. Свиньи даже в метро ходят. Ну, может, это прожило. Это уже падло. Правда. Ну, дай ему. Молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? Мерзко мне, мерзко. Наши помогаем посугуяцам. Светло, тепло, выпивка, а кругом... Даже не за барто можно что-то загадать. И война. Семеновна, ох, и дух тут у тебя аж слюнки текут. Неужто новенькое чего сообразил? Спешите оказаться в чуть-чуть. Вистарше спойжать, и то не трябва генерально комментовать того. No mi się to zawsze bardzo podobało, czy w pierwszej części, czy właśnie... Czy właśnie tutaj. W drugiej. O. Do przedstawienia na dzieci. No to już diemon. Metro. Wszystkie książki jak na razie. 35, tego nie widziałem jeszcze, że to wyjdzie. O, jest jakiś market. No, zobaczymy. O, można coś kupić. Sprawdźmy. Granat ręczny... nie jestem zwolennikiem granatów. Wolę noże. Ale może amunicję. Amunicję zakupmy. Kulki można upchnąć. Rybki. O, tu jest mistrz, którego szukałem. 40 na naboje, sporo. A wymienić? A to co on tu ma? Nic ciekawego generalnie. To jest RKM. Opchniemy to w pizdu. Może kupmy coś nowego. Sobaka, nie. Ale myślę, że słabo, gościu. A to jest strzelba, okej. Okay. Za ile? Za 45? Jezus Maria, nigdy tego nie powinienem, że się to zobaczył. Takiego iść kałacha zdobędziemy zawsze. Ale dobra, no co, generalnie więcej tu nic nie kupimy, chyba że... Zobaczymy grę.
А ты же стал добра. Сам же гряб на убранях. Ты что? Кан-кан. А где Мак? Что права, вещи, бы, я не знаю. Оттуда? А ты гащу с кончету взялась, ты? Скриптовано? Зло. Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, ты если хочешь посмотри тут, я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Зачмы. О, представление будет. Do obejrzenia? Bardzo ciekawe. O! Baczki. Najlepiej to naprzeciwko, jak bimbałki skaczą fajnie. Trochę to... Trochę im synchro zawodzi, ale... Szczególnie tej za... Максимально с левой. Что, Артём, приобщился к искусству? Так, ладно, пошли. Театра еще не видела. Мукшишек немецкий. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальные... Он напомнил, что это выглядит лепее, как польское кино, курва, некоторых. А что это вы так редко заходите? Добрый. Дай пудру. Не можно вещь, да сама шкода. Что, Тём, по бабу голода? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Ну так, или можно фаппинг управлять? Оу! Ну, тут это бы мне мог przejść. A kto postawił tutaj krzesło? No cóż. Bar! Dla Żeruszy, kurwa, już leżą na stołach. Dobra! Jak stawiasz, to dajesz. Всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще пару. Давайте. Чехова, что это за жарче угол? С чего они это робят? Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, как мы так будем пить, то мы дойдем до этой стации в углу. Вот же мы ее скрипты попердолили. Штанки по ветру. Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный. Да. Так что... Далее шкланка повышу. No to panowie czego tutaj? Co? No вот i хорошо. Coś do nas? Артём, работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад.
Без яйку, бро. Оформите, товарищи. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Ty kurwy synu, to ja ci kurwa dupę uratowałem. A ty mnie kurwa otrułeś? Ty chuju. No to mnie kurwa gościu z... lekko w... Курвиош. Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Что за хутас? Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Спокойнее. На каждого приди колей. Сам генсек. Товарищ Корбут. Wsadzę ci nóż w dupę i przekręcę. Как все закрутилось. Ewentualnie strzelba. Ty, парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Что на такое чоло, курва, обрисовано? Люди как-то угодно. На нас очень легко напасть, что-то. Nie, jest to flaga ZSRR przynajmniej. Dużo tych suki sobie. Jezu, to co? To co ma faktycznie mordę jak but. No, Korbut, but, no to... Blisko... Byłem. A, no kurwa dwóch zdajców. Jeden by nie zraził, a drugi kurwa nas, innych, pozostałych. Ладно мне негоциация. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностью и сразу перейдем к делу. Известные вам мутанты-телепаты Черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. Нихуя. Мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа. Сталин пришел? А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лене давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Оставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. Сами в дупе. Молчишь? Получай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Что, сука, я? Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет,
Там еще бавилось бы что? Власти без крови не бывает! Как-то так. Сверху зашонок уже бачу. Чебе теж запіднали. І чебе. Всіх заяві. Леон. Брежнєв. Ну цуж. У мене сосач. О, це цікаво. Uratował nam dupsko? Czy to w ogóle jesteśmy my? Ale... Chyba tak, no nie wiem. Odprawiaj się na Wenecję z grupą. Rozpłacisz się tam z miastami. Rieszy ich вопрос окончательно. Понимаешь, o czym ja? Tak, точно. A z czarnym co делать? Da, czarnego обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал, не подведу. То еще окажет. Пошли они все. Да, добра, ну вот. И папаша, и Кубут, и Морозов, и революция. Докладывай, да я ему вижу, гощу. Будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы... Вы там, если выберетесь. Ну, живите. А видишь? Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Ну, удачи. Добра, то вбьем его. Ну, в концу. Фанья фабула разумана, то зостало... Зостало, боже. Фанья зостало то... Opowieść opowiedziana przy tych filmikach, ale to trochę długo to trochę trwało z racji tego, że no materiał nie będzie zbyt ciekawy generalnie. Znaczy to, że w kursie. I ja все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И Полис, и Ганса, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим. Człowiek niczego się nie nauczy. Знаешь, я и политбюро сомневаюсь. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, у меня есть... Чтобы какая шара эминенция? To cóż, będzie wojna. I generalny sekretarz Moskwy do уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. No, dokładnie, szara eminencja. I czym kardynał Richelieu? No dobra, wychodź. Zresztą niejednokrotnie używany ten hełm.
за моими масками лежит. Туда ты входишь? Нет. А, это можно. Что я стою? Что? Где-то все скал. Ну, добра. Вбьем. А я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки тут? Руки, ладно. Главное, что другое не дрожало. Так, собрались. Ну, что, как завтра, бесшелестно. O, i właśnie, mamy kałacha. Po co płacić? Co, dzień dobry. Nie ma nic na o, nawet. Aha, to i tak do drzwi kryje. No dobra. O. Aha, no to wyłączmy światło. Nie wiem, dlaczego na światło jest napisane H2O2. Кончу фраежи. Боже, что за рамы? Ну, добра. Начинаем бал. Główeczka i szybko padasz, gościu. O ty kurwa, granata by? Wyłączmy to. Dobrze, dobrze. No powiem szczerze, że łatwo idzie.
ja sobie pogrywam oczywiście w międzyczasie w tryb Stalkera, ale to bez, bez udziału widzów. Bo tam, no tam jest ciekawie generalnie, dużo ciekawiej. Z prostej przyczyny, że no... Raz, że nie ma elementów interfejsu w ogóle wyświetlonych. Celownika, że nie ma, to i tak go nie mam z racji tego, że go wyłączyłem. Jak tu przejść dalej? No no. O i proszę bardzo, jak ukryliśmy zwłoki. Ale że tutaj mnie nie widzą, to jest po prostu dziwne. Dobra, no my dojdziemy, wracamy. No, ale ja nie chciałem schodzić. No. Jezus. В угле вижу. Kawach z celownikiem. No to, to tak. Night vision. Robiłem go zaraz tyle, że miał jakąś ciekawą... Ciekawą broń miał jakąś. Co robi, to co robi? Boże. No tam miał trochę przy sobie lutu rozkosznego. No to się zatrzymało i tędy przechodzi, dobra. W porządku, fajny. Będzie dłuższy materiał na pewno. Z samej tej przyczyny, że... no po prostu dużo zeszło na tym ich gadaniu całym. A tu jest drabina, okej. Okay. No. Dobra.
Одразу до акції. О, я засмотрю, я напевно, що не можна щоб зустріти. Аж хедшота з ножа. Єзус, але що ми ора дупа. Ага, добра, мучимося на тарачку в спадок. Come on, come on. Wybacz koleś, ale nie miałeś szans. Katiusza? Kurwa ty, wieżyczka. Dałby się ta snajperka. Kiedy czekam na akcję, to mogę trochę postrzelać. No stalka, żeby to nie przeszło, ale tutaj to. Dajesz, dajesz. No, mamy max tego. Ładowareczka też zawsze była bardzo fajna. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Sekwencja. Nie drygaj się, mózgi wyszybą. O kurwa, wpadł z miniganem tu. No
mój nasz ziomek chyba jakiś. Dobra, tak czy tak, w tym odcinku tak zakończy nasza przygoda. Andrzej Kowal. Dobra, dzięki piękne, ja byłem Mix, to było Metro Last Light.